сегодня, как я и обещал, точнее в этом видеоролике вы увидите мои соревнования. Соревнования у нас нестандартные будут сегодня. Я буду бежать 60 метров и 300. Сейчас я одеваюсь, буду уже выдвигаться, стою на балконе. Погода у нас сегодня классная в Николаеве. Сколько градусов? Вон 9 градусов. Какое у нас число сегодня? 15 декабря, плюс 9 градусов на улице. Это ну, уже под вечер, сейчас по третьему уже. Я уже поел, все, подготовился, в принципе, думаю, пробегу нормально. Не зря же готовились по две тренировки в день и так далее. Так что не буду томить, сразу встретимся уже в манеже. Побежали 60 метров, побежал. Серега, за 7-4 побежал, а? Да. Первый раз, ну ничего нормально. Будет быстрее бы. Боевое крещение. Да, у меня вроде 6-6 или 6-7. Опять же на экране увидел. Сейчас буду 300 валить. Да, пошли поругать. Кому-то вообще было больше, после 300. Пока отдыхаю. Ты откуда меня будешь снимать, кстати? Могу с помоста или могу со шведской стены. Ну там с помоста, потому что ты будешь крутиться с камерой, так переходить. Короче, сейчас 300. Валера, я иду снимать, как ты рыгаешь. Та-да! Я дальше у тебя другие ничего не вижу, мутня. Одна. Меня снимаю. Падай, Валера. Сколько там, 20 кей? 36,1. Хорош. Рекорд? Да, личный рекорд новый. Слышали? Личный рекорд. Я снял, у тебя скорость, там я шел, я не отвечаю. Да я не плохо. Пошли ляжешь где-то. Вот там мат. На маты, пошли ляжешь. У меня рано размыто все. Так подляж, полежи. У меня 40 было. Что там? Питанька. Видеоблог. Ну что, я только что дал ему веру в то, что он сильнее меня. Но это была сплошная показуха. Вот так вот и куются чемпионы. Забег мастеров. Благодаря Виталию. Я буду мастера в туалете, там ленту искать. Бля, да у меня руки сжались больше, чем ноги, отвечал. Рычаги. И вот здесь вот, да, вот. Я как-то, блин, не знаю. Во, блин. Ляж, полежи. Ой, вот ты. Ее снимай. Голова болит. Голова болит. Все? Помер? Ты вставишь потом сюда траурную песню какую-то? Траурную песню какую-то вставишь, говорю. Скажи, какую? Дебил, лежи. Траурную? Ну да. Черно-белый экран. Да-да-да. И крестик где-то там. Это только 300, а прикинь, что на 400 было. Я не хочу ничего завтра еще. А завтра 600. О, блин.
Ну, походу, либо 150, либо 600. Или и то, и то. У меня вот тут все круто, дверь, блин. Ну, давай пока туда. Слава Украине! Героям слава! Что ты скажешь в победу Валеры? Поздравляю, Сашечка, здоровочка ему. Валера? Я тебя не трогаю. В такой толпе без задней привычки. Серьезно? Я думаю, на оба. Я думала, что ты забыл вообще, так и не стал на фильме. Я такой пищу, что ты собрался бежать. Там обтекаемость сзади. Хорошо, главное, что не нажрался. Да. Пацаны, что вы скажете о победе Валеры? Он не побил рекорд вас. Мы просто 1.30 на 3 шипли. Счастьишко и здоровечко. Главное победа. Главное участие. Ты готов рыгать? Нет. Что ты скажешь в победу Валеры? Пару ласковых слов. Я тебя ставлю. Да в ложку еще ставлю. Попади хоть порыгай, чтобы зрители посмотрели. Ну, если текли, ё-моё. Валера, ну хоть отрыжку пусти. У меня сил нет. Ходняк быстро пришел. Вета, а что ты скажешь напоследок? Ну что, все прошло нормально. Думал, что Валера будет думать быстрее на самом деле. А, ну да. Так получилось, мы были в необычной среде обитания. Обстановки. Да, в необычной обстановке. В толпе бежали. Все прошло нормально. Показали, что я лидер, просто уступил Валере. Да, да, да. Все подписывайтесь Валере на канал, да, ставьте колокольчики. Люкасы, пальцы вверх. Колокольчики. Минута 30 получилось. Минута 30 и 80. Минута 33 у меня. Может быть, а может и нет. Надо в интернете снимать. А тебе можно посмотреть? На Фейсбуке, в группе должно быть. А? Че, еще на тренерскую сотрудницу. О, погнали, кстати, я посмотрю результацию. Из вчерашней. Погнали туда. Что ли? Нет, ходня конец.